Более 50 студентов со всей России выступили с научными докладами на конференции в Махачкале. Она посвящена правовому регулированию оборота недвижимости в регионе. На пленарном заседании перед студентами выступили представители правоохранительных органов, министерства и ведомств республики, а также сотрудники регионального Росреестра. Выступающие отметили, в республике не хватает специалистов в области регулирования оборота недвижимости. Они добавили, наиболее актуальные вопросы регулирования недвижимости – это дачная амнистия и земли отгонного животноводства. Очень много подрастающего поколения, студентов, учащихся старших классов школ, получат информацию об актуальных проблемах рынка недвижимости в Республике Дагестан, в целом России, узнает, в чем на сегодняшний день заключается проблема оборота недвижимости.